друзья, всем привет. Смотрите, за каким аппаратом я еду. Центуре. Вообще просто Toyota. Обалдеть. Обалдеть. Какого года, я не знаю, друзья. Ну тоже 70-х годов, наверное. Обалденный аппарат вообще. Просто ретро аппарат. Охренеть. Да. Друзья, ну все, еду, короче, забирать документы, и полетели, как всегда. Всех за прошедшее видео благодарю, за комментарии, за лайки, за дизлайки. Ребят, вообще просто спасибо большое. Как всегда, будем ехать, будем смотреть, будем отвечать на ваши комментарии, друзья. Так, мне хочется его сбоку снять, блин, ну не могу, тут машина мешает. Ай-яй-яй. Поехали. Вот он, красавчик. Чуть-чуть где-то с левой стороны поцарапался. Обалденный аппарат, конечно. Ребята, просто аппаратищем. Оп! Что мы здесь? Попали на поезд. На тещин язык попали на поезд. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ладно, ребят, буду вам тогда на комментарии отвечать, какие вы мне оставили. Ну, начну с того, что вы мне написали, Игорь, да все нормально с телефона ты показываешь, все обалденно. Ребят, спасибо большое, спасибо. А я что-то думал, ну, наверное, что-то где-то как-то не то, наверное, не настроил. Ну, вроде, да, я вчера тут тоже там кое-какие видосики пересмотрел, но вроде ничего так, более-менее нормально. Ой, что-то трясет нужно. Все вроде окей, так что всех благодарю, спасибо, ребят, за комментарии. Еще мне там написали про этот самый, про корону я говорил. Блин, ну, ребят, ну, честно говорю, врать-то не буду. Может, я просто так запомнил, может, мне так что-то, я, может, не то что-то как-то. Но мне кажется, она была 1,5 на коробе, дизельная. Их же много модификаций было, может быть, 1,8, может, 2-литровая, может, 1,5, я не помню, друзья. Но если вы говорите, там 1,8 или двушка была, двигатель 2С, наверное. Но она, этот самый, соляру просто нюхала. Бензиновая, я знаю, что бензиновая она там немало ела. А вот почему-то вот дизельная была у него, у Красавеллы. Вообще просто обалденная. Я даже был удивлен. Так что вот как-то так, друзья, как-то так. Про субарики говорите, у нас субариков нету. Нет, друзья, у нас субариков много, очень много. Вообще просто завались. Будем ехать, будем смотреть, как говорится. Не, нормально, Субару много. У нас любят Субару. Многие есть, даже есть сайт какой-то субаристов. Они там вообще гоняют там. И специальные сервисы есть Субару. Нет, гоняют. Фориков любят. Да и вот эти вот последние пошли субарики, не помню. Ну, будем ехать, будем смотреть там, какие там вот эти. Малолитражки вот эти там. Ну как малолитражки там? 1,6 у них двигатель. Много, очень много. Оп, оп. У нас же начали делать, как говорится, этот тещин язык, видите, немножко закатали, друзья. Немножко закатали. Вообще радует. Тут вообще невозможно было ездить. Сейчас смотрите как. То мы там тоже наверху, так вообще по встречке ездили. Охренеть. Сейчас сделали. Начинают делать. Это радует. Потом человек мне там писал по поводу того, что вот там, блин, тебя оболванил этот телевизор. Ребят, мне некогда даже телевизор посмотреть. Ну, честно говорю. Ну, когда мне... Я до вечера на работу, вечером прихожу... Пока то-то, потом вам видосик запилил, где-то что-то не получилось, где-то что-то как-то. Ребят, ну когда мне там смотреть телевизор? Я телевизор только вот немножко новости смотрю по РЕН-ТВ. Чутка, и все. Так. И все, чтобы быть, как говорится, в курсе, что у нас там творится вообще в стране. Все равно какая-то правдивая информация же проскакивает. Не все же там, как сказать, неправда. Оп, оп, видите, асфальтик сняли, ребят, тут. Оп, значит, все закатают, сделают. Так что нельзя быть там уж
так скажем, негативно к этому относиться. Ну, понятно. Я все прекрасно понимаю вообще. Я достаточно взрослый человек, чтобы понимать, кто у нас царь, кто у нас губернатор, кто у нас мэр, что у нас происходит. Ну, негативить не хочу, не хочу негативить. У нас позитивный канал, ребят, все нормально, все окей. Нас не исправить. Нас не победить и нас не исправить. Обгоним мы автобусик. Да, видите, делают и Поляева тут. Молодцы, молодцы. Это мне уже нравится. Ой-ой-ой. Видите, все поснимали, полностью все поснимали. Сейчас я еду, друзья, на Калину Мол. Мы с вами туда съездим. Хотя у меня там заявки всего на 3 часа. Что Калина Мол, что Черемуховая. Но у меня там ребята еще не собрали заявки. Так что придется пока Калину Мол отвезти, Черемуховую. Там уже видно будет, что дальше. Сегодня погода не очень, солнышка нету, где-то градусов, наверное, 10-12. После тепла сразу ощущается, что ой, прохладненько. Я даже курточку с собой взял. Не то пальто. Не то пальто. Ну, друзья, на Калину Мол отгрузился. Еле отгрузился, друзья. 2,5 часа я здесь простоял. Охренеть, короче. Обалдеть просто. Убивает меня это, конечно. Ну, ничего не сделаешь, блядь. Ничего не сделаешь. Так, где у меня карточка-то? Так, сейчас на Черемушки поедем. На Черемушки. На Черемушки. Опа. Что такое? Не работает, что ли? Не работает? Не работает, что ли? Не знаю, засовывание идет, что-то обратно выскакивает. Что, больше 3 часа было? Ну да, здесь простоял, да. Оказывается, больше. Да, оказывается, ребят, больше даже 3 часов. Значит, здесь 3,5 часа. О! Все, спасибо. А я думал 2,5 часа, а я, оказывается, здесь 3,5 часа. Обалдеть, короче. Охренеть. Долго-долго меня здесь продержали вообще. Все просмотрел, все. Все просмотрел, все проспал. Не обалдеть. Ну а что делать? Что делать? Ничего не поделаешь. Бывает, принимают быстро, а бывает вот так вот. Ни в какую. Ладно, поедем на Черемухово. Да, друзья, наверное, уже там собрали уже заявки. Обалдеть. Можно было и заявки отвезти, и сюда приехать мне. Ой-ой-ой. Ладно, что ныть там? Игорь, хватит. Все нормально. Все окей. Да, я даже, друзья, сегодня курточку одел. Представляете, блин, что-то после такого тепла сегодня кажется вообще холодина, мерзко. Обалдеть. Да, смотрю, люди тоже сегодня и в пальтишках, и в куртках. Да, вспомнил, вы мне вчера еще чапу мы там от этих, от бичей, короче, отбили. Начали ее подкармливать, кормить. Да, подросла сразу собачка. Жалко, конечно, жалко, но до сих пор в руки не дается. Чтобы погладить, бесполезно. Обижали ее сильно, вот как она помнит. Ну еще, да, еще не привыкла, наверное. Да. Хвостом виляет, а побаивается, конечно. Ничего, подкормим нормально.
Там еще собаки бегали кое-какие там. Рыжая была, еще какая-то там светлая, куда-то пропали. Или их куда-то... Но они уже были здоровенькие. Или их корейцы с китайцами уже прибрали к рукам. Или они куда-то... Охранники их куда-то подевали. Потому что тоже кормить нужно собак. А средства, как говорится, выдают же не всегда хватает. Давай, давай, давай. Ну давай, давай, что ты на меня-то смотришь? А у нас же, как всегда, если даже на кости деньги выделили охранникам, надо же еще и сигарет купить. Да. А иногда и выпить, закусить. Из-за этого на собак не хватает. Ну все как обычно. Ой-ой-ой-ой. Ну они там варят им каши какие-то там, еще что-то варят. Что-то я как-то не так поехал. И, друзья. Игорь опять разговорился. Игорь опять поехал не так. Да что ты будешь делать? Ну ладно. Придется немножко крутануться. Так, то сейчас придется вниз, а потом налево. Да, не так, надо было через Черемуху все-таки проехать. Опа. Вот тут вот надо будет проехать. Не, что-то я не там. Не там проехал. Бывает, бывает. Ох, Мариинский театр. Оперы и балета. Ёперный театр. Ёперный театр. Ну, красивый он. Но я туда не попаду, потому что я туда не пойду. Никогда. Не этот, не мой этот, друзья, культур-мультур. Ну, а же Евгений, он там, я вам рассказывал, ходил, он там с супругой. Еле-еле он один акт один оперы и балеты просидел, говорит, а второй говорит, ну все, говорит, у меня просто свело мозг. Не мой, говорит, культур-мультур. Я говорю, да понимаю, да. К этому надо быть с детства приученной, конечно. Оп. Воспитание. Воспитание, да, мне кто-то, друзья, вы кто-то написал мне, говорит, Игорь, говорит, ты вот, говорит, типа с Урала, ну не типа, а вообще с Урала. Вот и говорит, столько лет живешь, сколько я здесь лет живу, друзья. Я уже здесь живу, так, с 88 года. У тебя диалект, привычки какие-то, речь изменилась. Ну, можно сказать, чуть-чуть, на процентов 10. А так нет. Даже я за собой замечаю, что я бывает... В своем диалекте, в своей речи произношу те слова, которые здесь никто бы никогда и не сказал. Из приморцев. Приморцев тоже очень-очень сильно, сильно заметно, когда они начинают разговаривать. Я особенно в такси работал, когда ко мне люди сели, я говорю, ну привет, землячки с Урала. Они, откуда ты знаешь? Я говорю, ребят, вас ни с кем не спутать. По разговору, по вашему разговору ни с кем не спутать, никогда. Они, да ты что? Я говорю, ну я сам с Урала, я сам знаю. Так что, так, где мне здесь парковаться? Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Негде припарковаться, значит будем стоять так. А куда я еще денусь? Черемуховая, хоть нас здесь не подвела, друзья. Не подвела. Тоже что-то колодцы открытые. Ёбанзибли. Как так-то? Так, как? Через оперу-то балета мы ездили. Поедем так. Сразу на путепровод выскочим. Да, друзья, смотрю, я RAV4 в новом кузове. Нету их праворуки. Все леворукие. Леворукие. С Японии видно, что-то не гонят. Наверное, дороговато. Наверное, они там должны быть. Я думаю, что должны быть. Вот. И так же, как 570-е. Курзаки тоже должны быть. Ну, вот что-то... Наверное, оттуда просто пошлина такая, что
по миллионов, наверное, 5. Так куда ее там везти? Нужна на столе? Давай, колдинка, давай. Оп, зелье намелено, да, отлично все. Где-то тут как он, первомайский ЗАГС должен быть. Мы с супругой здесь расписывались. В 90-м году. Было такое дело. Было. Но прошло. А здесь военкомат вроде. Да, военкомат. Суд. Не, в суде я не был. Где-то военкомат еще должен быть. Ой, Игорь Николаевич. Для детей какую сделали площадочку, красавчики. Все, мы сейчас на путепровод, и все, полетели. Опа. Оп. Оп. Хорошо. И все, сейчас на мостик мы прямым ходом. Так, что вы мне там еще, друзья, писали? Ну, очень много хороших, лестных слов. Блин, я, ребят, благодарен вам. Я понимаю, вы меня поймете. Я тоже понимаю, что очень мало, ну, мало людей меня смотрит там и т.д. и т.п. Ну, все это ерунда. Самое главное, что хорошие люди смотрят. А подписчиков? Ну, что подписчиков? Ну, конечно, можно там набрать и 10 тысяч подписчиков, и 20. А буду там тебе всякую писать негатив, это тоже ни к чему. Так что вы со мной, я с вами, ребят. Все нормально. Так что все окей. Полетели. Оп. Грация 2.2. Кэмри, грация. Старенькая тоже уже, но была тоже популярна в 90-е годы. А сейчас новая грация, гибридик, обалденный вообще. Ой, грация, вру, ребята. Кэмри, грация, нет, это Хонда какая-то тоже. Грация вроде, да, Хонда грация. Блин, как бы мне не запутаться, то есть запутаюсь. Лиф едет. Да, вроде Honda Grazia, да, гибридик. Тоже обалденная вообще, конечно. Тоже мне нравится. Но я бы ее не купил. А что ты тогда не говоришь? Что-то вспомнил, грация. Вот это да, камрюха, Кэмри. Ребят, Ford едет E230 EE. У него, представляете, какая камера спереди стоит? Просто обалдеть, там вообще, я не знаю, аппаратище. Вот этот член-корреспондент, вот этот конкретно что-то снимает, наверное, говорит. Сейчас мы его, ай, блин, слева не могу его обойти. Там камера у него, ну просто, друзья, наверное, профессиональная. Ручка там у него куда хочет, повернет. Там, да, там он вообще просто член-корреспондент еще тот. Да. Видите, у него какая камера стоит, если вам видно. Наверное, и спереди снимает, и сзади, и сбоку. Вот такую бы камеру, да, иметь. Конечно, было бы шикарно. Да. Картинка, конечно, получше. Самое главное, звук. Звук. Говорят, что звук не очень, да. Есть, конечно, телефон не передает такой звук. И бывает еще дребезжание какое-то. А вот с такой камерой, конечно, еще гарнитура. Да, я, ребят, приехал, короче, друзьям. У них интернет-магазинчик такой небольшой. Вот сейчас посмотрим. У него. Вон, видите, какая камера стоит. И у него это. У них там всякие гарнитуры есть и тому подобное. Я, короче, попросил у них, они посмотрели. Говорит, Игорь, мы, говорит, тебе закажем, говорит, беспроводную гарнитуру. Там и микрофон, и наушники, говорит. Я говорю, о, спасибо большое. Ну, она там у них недорогая. Они говорят, если в магазине стоит там 2000 с лишним, то мы тебе, говорит, привезем, говорит, за 1000,
за тысячу, за рублей 500-600, я говорю, ну, вообще будет прекрасно, потому что пацаны там мне закажут, и все будет окей. Они говорят, какие-то спортивного варианта, я говорю, о, мне как раз спортивного варианта, потому что я тихоходные не люблю. Так что вот такие вот дела, друзья. Так что едем, загружаемся. Уп-уп-уп. Все, загрузился, друзья. Лечу, короче, волосики назад. Время уже 4 часа. Начало 5. Еду за документами. Сейчас документы возьмем и полетим по городу. Вот сейчас надо включить турбо. Надо включать турбо. Сегодня еще пятница. Ой-ой-ой-ой. Опа! Ну ничего, сделаем, сделаем. Как всегда, то, что сможем, то сделаем. Что от нас зависящее. Так что летим, ребят. Что-то ехали-ехали и приехали, пацаны. Чего такое? Не могу понять. Грузик что-то сломался. Бам-бам-бам. Ну да, грузик сломался. Ну, вот так вот. Непонятно, что-то непонятно. Я думал, в пробке, ну ладно, хоть так. Думаю, ничего себе, мы приехали. Оп, мы уже на третьей рабочей, друзья. Ну давай, давай, давай. ХР. Вот на таком я ездил, друзья, на Лексусе. Так он мне не понравился, и почему-то вот, ну, не мое тоже, вот не понравился мне ни в салоне, ни подвижухи какой-то, как выразиться правильно, я, как говорится, не эксперт в автомобильный, не автомобильный эксперт, а так, свои ощущения, вообще не понравилось никак, ни его резвости, ни только то, что он паркетник, высокий, где-то припарковаться, где-то проехать какие-то, ну, вот как паркетник, вот как обычный пример, вот он тоже стоит, вот он, хорек тоже стоит, ну, та же шляпа, только в профиле. Ну, блин, вообще, ну никак. Я не знаю, как новые, но их у нас берут очень хорошо. Значит, людям нравится. И они еще дорогие, тем вот эти гибридные, сейчас новенькие пошли, хорьки. Но, блин, как у меня горел Карифан, они таких денег не стоят, просто не стоят. Цены и качества нет. Они тоже там, эти гибридные, стоят по 2 мульта там с лишним. Блин, нет, я бы за 2 мульта, ребят, ну что-нибудь, ну может что-нибудь другое. Не знаю, это чисто мое ощущение такое. Может, мне такой попался хорек, блин. Ну, вообще не понравилось. Ни пассажиром я ехал, не понравилось. Ни как водитель. Вообще, ну, пустой, простой. А денег стоит. Вот гибридный стоит. Ну, берут их у нас хорошо. Не знаю почему. Не знаю. Ну, Toyota вопросов нет. Ну, дорогая, дорогая. За такие деньги можно что-нибудь поприличнее взять. Так, вот здесь мы приехали, 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 ребят. Опа. Ну все, друзья, конец рабочего дня, пятница, все поехали домой. Все, пробочки начались. Ну, куда деваться без этого, никак. Так что Sequoia. На Sequoia я в такси. Меня просил один, как говорится, перегон машины я делал, и вот он был на Sequoia. Я на ней прокатился. Между прочим, неплохой аппарат. Неплохой. 4 ВД, V-образная восьмерка с Sequoia. Но кто-то говорил, колхозная машина. Не знаю почему. Ну, блин, мне понравилось. Конечно, ничего такая, ничего. Вот еще один хорек. Хорьков у нас очень много, друзья. Блин, ну очень много. Не то, что много, но очень много. Не знаю, пользуются они популярностью, пользуются. Да. В маске едет. Зачем маску одевать в машине? В машине ты один. Ну это, если ты только бзнул, зачем в машине-то одевать? Ну куда-то, если в общественное место идти, я понимаю, там одеть ее. Ну в машине-то зачем? Ну один противогаз вообще, блин. Блин, люди у нас, блин, удивляют. Я-то так для хайпа одевал маску-то в машине. Там перчатки, маску. Ну вы все поняли, ребят. Ну блин, зачем вот сейчас я бы одел эту маску? Ну, блин, какой-то бред, блин.
Вот люди у нас, блин, чудаки. Ай, чудаки, чудаки. Блин. Так. Так, заявочка, которая на заре, я уже менеджерам позвонил, они мне сказали, говорит, Игорь, они принимают только до 4, только до 4. Я говорю, все понял. Значит, не будем мы сильно... Ну что, не пропустишь? Пропустил, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Бывает и пропускают. Молодцы. Да, сегодня денек такой получился, как бы, блин, можно было сделать и больше, конечно, но вот никак не срослось, конечно, в пятницу, в последний день, что-то вывести просто невозможно. Так что, ну ладно, что ты начал опять, Игорь? Милиция никуда не торопится. Милиция, полиция. Так что потихоньку будем закругляться, друзья. Я, как всегда, всех благодарю. Всех с праздником семьи. Всем самое главное. Вам, вашим близким, всей семье, родным. Всем самое главное, что на моем канале. Конечно, здоровье, друзья. И мне тоже, и моей семье. Друзья, ну давайте. До завтра, если что. Пока-пока.